Сегодня самый значимый момент в истории Луганской Народной Республики. Потому что наконец-то мы добились того, к чему шли 8 лет. Это право на самоидентификацию. И мы благодарны Российской Федерации, мы безусловно благодарны великому русскому народу и защитникам нашей Родины, нашего Отечества. И я уверен, что мы смело в совсем скором будущем сможем заявить: мы едины для мира.